Что происходит в мире? Почему меняется климат? Вчера мы увидели, что произошло в мире в январе 2017 года. Сегодня продолжим составлять целостное восприятие происходящих климатических изменений на планете и добавим новый пазл. Февраль 2017 года. Весна в Японии и США пришла на 2 недели раньше обычного. В городе Кавадзу зацвела сакура. Глобальное повышение температуры привело к сокращению толщины льдов Северного Ледовитого океана на 40% только за последние 10 лет. В Антарктиде от ледника Пайн-Айленд откололся ледник длиной 3,6 километров. На юг Калифорнии обрушился самый мощный шторм за последние 25 лет. В результате сильных дождей прорвало дамбу. Из-за наводнений эвакуировано 190 тысяч человек. В Великобритании шторм принес сильные ливни, что вызвало многочисленные подтопления городов. Серия крупных землетрясений прошла по территории Турции. В Австралии произошло второе по мощности землетрясение за последние 10 лет. На континенте за период с декабря 2016 по февраль 2017 года было установлено 200 температурных рекордов. В Кении от продолжительной засухи 1,3 миллиона жителей столкнулись с нехваткой продовольствия и воды. В Сомали было объявлено положение национальной катастрофы из-за непрекращающейся засухи. 3 миллиона человек оказались на грани выживания. На северо-востоке Бразилии вследствие засухи истощились запасы воды. Местами вода почти исчезла. От шторма Динео пострадало 130 тысяч человек в Мозамбике. На Филиппинах от землетрясения магнитудой 6,7 и последующих свыше 135 сильных авторшоков пострадали сотни людей. Были повреждены 950 зданий. Единственное, что требуется сейчас от каждого из нас, это в мире тьмы нести лучик света. Зажги свою маленькую свечу во тьме Вселенной, и она станет чуть менее темной. Хотя, может быть, это никто, кроме Бога, не заметит. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Если люди из разных стран начнут консолидироваться в решении разных вопросов и самостоятельно объединяться, независимо от национальности, вероисповедания, социального или иного статуса, вне политических и жреческих систем, направленных на разъединение людей, то вполне реально за короткий срок построить мировое общество созидания, где в основе будут находиться общечеловеческие, духовно-нравственные основы. Все мы люди, и у нас у всех одно место проживания – Земля. Одна национальность – человечество. Одна ценность – жизнь, благодаря которой мы можем достойно реализовать себя и смысл своего существования в высшем духовно-нравственном аспекте. В июне 2016 года Германия и Франция столкнулись с разрушительными наводнениями. Среди прочих, сильно пострадал баварский город Симбах. Наводить порядок после окончания буйства стихии на улицы города вышли беженцы из Сирии, Сенегала, Конго и Пакистана. Как прокомментировал ситуацию Наджа Аль-Хасас, жители Симбаха оказали нам огромную помощь. Сейчас у нас есть возможность хоть что-то им вернуть. Мы знаем, что такое жить в кризисной зоне и потерять собственный дом. Местные жители отмечали, что беженцы трудились с улыбкой на лице, и что такой совместный труд намного облегчил беженцам интеграцию в новую среду проживания. У них появилась возможность поближе познакомиться с жителями города и подучить немецкий язык. По словам мэра города, в тот момент, чтобы справиться с последствиями наводнения, нужен был каждый доброволец. Как говорится в книге Анастасии Новых «Сенсей исконной Шамбалы», «Кто творит с благими мыслями благое деяние, нет нужды печалиться об упущенном, ибо он приобретает гораздо большую силу для познания души своей, нежели пребывая в бездействии». Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.